любить или делать. 4 месяца начинать обучение. Сейчас я только повеселись. За сколько есть сейчас месяцев? 2,5. 2,5 месяца. Взрослая такая. Можно, нет? Да не надо. Не надо. Когда она не видит, глаза она закроет, а ты вот время хватает. Батюшка сказал, не надо, не буду я даже. Нельзя, понимаешь? Если она всех будет знать, она не нужна собака, это бродящая. Она должна знать точнейшего хозяина. Хорошие собачки. Хорошая. Это очень породистая. А отец у нее чемпион России. Чарка она? О, пошла. Ты нам не ковыряй, собачка. А мне разницы нет. Видно, что она мощная растет какая. Надо чаще гулять, чтобы ее не хватило. Этот. Да уж, гуляния ей хватает. Так, теперь нам нужен бульдозер достать. Смотри, что четыре брать. Бульдозер. На день. Не знаю, где вы его достали. Надо, значит, где-то нам арматуры, цементу доставать, на чем работать. Угу. Ты посмотри сзади то, о чем мы делаем. Ну, арматура есть, я только рубить и выпрямлять, у нас мотки арматуры большие. Ну, рубить и выпрямлять будем, что надо, сделаем. Пожалуйста. Но сейчас не надо, мне нужно возишь, всякую да? рваную проволоку, что такое, бобры тащат. Ну, ну, брат, помоги, а то... Прямо дыры, вот человек свободно пролезет. Тихо, тихо. Надо что-то делать. Ее там везде все этим проволокой перепутать, чтобы до проволоки дошел, до колючей, это нос ободрал и вернулся. Иначе они воду выпустят. Ой, подвижная какая. Ой. Ну все, я пошел домой. А все остальное сложится. Хочу его погладить. Ой, так, а ласка не понимает. Еще и руки передает. Да ничего там, ничего страшного. Подбородок я облизала вот это, подбородок. Давай я тебе платочком выпью. Это, говорит, Рена Урагановна. Да. От урагана дочки. Два... Все, все, пошли. Хватит. 2,5? 2,5. Ну, подержи вот так, все пройдет, не расстраивайся. Все. Нельзя с этой качелькой баловаться. Никогда такого у меня не было. Надо только попой садиться, а тут ручками держать. А она не может сказать, что с языком полезать, выразить все. Башка, вы ее прививаете? Нет, прививки не ставите. Да, да, все, пошли мы. Ага. Садитесь правильно, не будет у вас этой беды. Посмотри, куда уехали-то. Встань, Даня. Закатите качалку-то на место. Зачем мы туда укачали? Вылезьте оттуда. Молодец. Смотри, где она должна быть. Вот сюда, тащи ее назад. Веди она, где должна быть, веди. Ну, пока помогай ему, почему-то в стороне-то. Вы вылезли уже совсем из него. Поставь, ну где она? Нет, правее, правее. Ее, вот, вот, вот. Правее, правее делай. Во. Вот она, ну еще вот так. Вот здесь надо качаться. Она не будет проваливаться. Они нарушают везде правила. И поэтому получается не так, как надо. Вон как хорошо. Да зачем там вода холодная? Ну-ка, давайте. Двое, садитесь сюда. Садитесь сюда. А я с этой стороны. Сюда садитесь. Дайте, пожалуйста, визит. Тяжелее. Дядя Володя. У меня нету счастья. Дам. Идите, да? Ну-ка, давай. Ты на губу накладывай, ты на губе кровь. Я даже... О! Смотри-ка. Энда, ты сам сможешь снять. А ну-ка попрыгай это, Тараси. Вон там возьми, попрыгай это. Куда ты в канале? Ну. Кто? Она крутит, я не могу на тут встать. Не знаю, ну-ка подождите, ребята. Батюшка. Дай-ка я попробую сейчас. Вот тебя что-то выбросил. Ну куда выбросил-то? Ты куда-то траву положи. По городской.